Я слышу шепот. Кажется, кто-то замышляет недоброе. Это царские евнухи. Они хотят убить царя. А, кто же спасет царя? Конечно, мой дядя Мордыхай. А предателей следует повесить. Потом? Потом царь Ахашверош поставил своего советника Амана выше всех придворных сановников. Служители царские должны были падать перед Аманом на колени. И только Мордыхай не кланялся Аману. За это Аман люто ненавидел Мордыхая. Ненавидит евреев? Аман! Аман! Кого мы так боимся? Амана! Амана! Сонеа Ехуди, Аман, Аман, Мипнеми Копохади. Решает погубить Мордыхая и всех евреев. Но царица Эстер, узнав о коварном замысле Амана, ловко обхитрила его и тем спасла жизнь своему дяде Мордыхаю и всему еврейскому народу. Все, что уготовил для евреев Аман, обернулось против него самого. Всевышний всегда заботится о своем народе.